Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим приказом утвердило новые показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра на четвертый квартал. Почти в половине регионов России жилье официально выросло в цене. Самым дорогим жилье по-прежнему остается в Москве – 90 400 рублей за один квадратный метр. В нашем крае стоимость квадрата установлена на уровне 39 787 рублей. Кстати, это самая высокая цена в Сибирском федеральном округе. Средняя рыночная стоимость жилья нужна для расчета величины субсидий россиянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства. Кроме того, стоимостные нормативы по жилью применяются при выплате государственных субсидий молодым семьям.